Здравствуйте всем, сегодня у нас Xperia Z1. На сегодняшний день последняя Z. И замена экрана. Тут у нас треснутое стекло. Выключаем телефон. Вот он не выключается. Пол стекла работает, пол нет. Открываем заднюю крышку. Она у нас сидит на скотче по периметру. Можно прогреть. Вот так прекрасно открывается. Откручиваем заднюю панель, снимаем болты. Шлейф. Снимаем заднюю панель. Она у нас помимо болтов приклеена к каркасу скотчем. Таким вот образом снимаем. Аккуратно старайтесь не царапать металлический каркас. Сняли панель. Далее. Снимаем батарейку. Такая батарейка у нас. Два антенных кабеля, один, второй, громкоговоритель. И вот здесь под ним находится у нас шлейф включения экрана. Основной шлейф, вот этот вот весь. Шлейф стекла. Снимаем все это. Далее советую вам вот таким образом снять микрофон. Вот он у нас аккуратно. Это все одна деталь, вот это один шлейф. Аккуратно вот так отсоединяем. Здесь разъемы громкоговорителя и микрофон. Вот так отгинаем, чтобы полностью снять шлейф экрана. Вот он у нас снят. Остается только нагреть стекло и вытащить экран. Ставим
400-350 градусов на фене. Разогреваем стекло. Достаточно нагрели, попробуем снимать, оно прекрасно снимается. Также на скотче оно у нас крепится к каркасу. Вот он вместе со шлейфом оно выходит. Давайте прогреем вверх. Вот так вот снимаем. Вот оно у нас старое стекло. В принципе, старый скотч очень даже хорошо сохранился у нас. Вот он по периметру. Можно его оставить. Вот эту часть только добавим. Если же при снятии у вас скотч повредился, то, конечно, надо будет проклеить по периметру. Ну, здесь, я считаю, можно. Старый оригинальный скотч, он всегда лучше. Проклеим только вот эту часть. Вообще есть разные комплектации экранов на эту модель. Идут экраны вместе с рамкой, потом бывает даже вместе с каркасом. Вопрос цены. То есть, чем комплектация больше, тем она, естественно, дороже. Все, посадочная поверхность готова. Ставим новый экран. Заводим шлейф. Вот он, шлейф у нас. Свое место. Здесь у нас пазы такие есть. На задней крышке вставляем в пазы микрофон. Застегиваем основной шлейф. Далее разъем тачскрина с драйвером. Застегнули. Далее ставим модуль громкоговорителя. Застегиваем кабеля
антенны. Второй кабель. Ставим батарею. Заднюю рамку. Шлейф. Не забудьте застегнуть. Включаем телефон. Собираем. Все болты одинаковые у нас тут идут. Все работает. Всем спасибо. Это была Xperia Z1. Последняя серия Z. Подписывайтесь на наш канал. Доброго дня.